Друзья, привет! Заехали мы очень далеко, за километров, наверное, 500 от дома. Приехали сегодня на исследование и поиск военной техники. Будем пытаться отыскать очередной танк или подтвердить, или разрушить легенду. По рассказам, что здесь стояли немцы, наши наступали. Где-то здесь вот туда вправо-влево была линия обороны. И по рассказам, что в этом районе где-то было какое-то небольшое болотце. Буду ходить исследовать непосредственно вот эту часть, которая находится левей. Подошел я ближе к территории обследования. Ну, я должен сказать, что здесь джунгли непроходимые. Ну, буду как-то пытаться выходить из ситуации. И как-то эту территорию нужно будет исследовать. Вот здесь еще вот, нормальная еще территория, смотрю, еще более-менее как. Но там я смотрю, что хащи непроходимые. Прошел уже значительную часть территории. Могу сказать, что танков пока я не вижу. Иногда приходится вот пробираться через такие-то вот катакомбы, заросли. Территория практически непроходимая. Друзья, приехали мы сюда 9 часов утра где-то. Сейчас уже около 4 вечера, 16:00. Обходил очень большую территорию. Давно я так не ходил. Ну, танка, как всегда, не оказалось. Мы нашли что-то совсем другое. Аномалия есть, где-то, наверное, 4 на 4 метра. Пойдем копанем, посмотрим, что это такое. Может, какая-то станина, может, какая-то рама от чего-то. Интересно перепроверить. Больших подземных аномалий здесь не было, к сожалению. Но ничего, как всегда, ищем одно, находим совсем другое. Так, бригада пришла копателей. Я как? Что это ты только что закопал? Я закопал. Мы просто подзаебали. Как в армии. Мне говорят, не важно, что вы сделаете, мне главное, чтобы вы заебали. Она уже шевелит. Я, да, я искал, а вы выкапываете. Какая кровать? Кровать, ты думаешь, да? Конечно. Может, это для белья. Нет, а, блядь, или сушилка, плуга, блядь. Ты же дохуя пана выкапываешь. Ну попробуйте. Да? Ну давай выкопаем ради интереса, уже посмотрим, что это за плуг. Бля, столько лопат даже заснять не могу мне. Это не кровать. Это трехспальная кровать Ленинская. Ну пятно такое хорошее, аномальное. Ага, пошатал. Да. Ты мне показал. Кто-то мне показал, я пытался его вырвать, но ничего не получилось. В общем, сейчас посмотрим, что это такое. Вот это и даже в лом не сгодится. Вот. А был бы на УАЗике, блядь, легко. Подъехал бы он. Смотри, вот упало вместе с деревянной перепопью. Туда с ружья когти в одну сторону. А ну, Андрюха, подними, я на камеру нормально сниму. Какая-то укрепляющая. Какая-то укрепляющая составляющая, да. Чего-то непонятно чего. Трампа. Да, к сожалению, это не станина никакая. Что-то более современное. Это антенна, блядь, или зеленая. Антенна? Да. Я скажу, гривен 100 можно получить. Да больше. Можно, но купишь положить. Да. Жаль, конечно. Но ничего. Лодку гнать сюда ради этой. Друзья, то место, которое мне показывали, мы исследовали. Могу с полной уверенностью сказать, что танков
в этом месте нету. Легенда разрушена. Возможно, он есть где-то в другом месте. Но, к сожалению, там, где нам показывали, говорили, что он должен быть, его нету. Подписываемся на канал, ставим лайки и до новых встреч!